Автобус «Пазадорожник» для Африки, а новые самозвалы для Казахстана. Белорусские машины-будовники презентуют оригинальные модели техники и раскручивают экспортный глобус у новых направках. Поставки «Маза» на черный континент вырастут на 15%, ну а «БелАЗ» скерованы будет на рынок краин Латинской Америки. Где еще высоко котируются машины из Беларуси, про досягнения и перспективы заводов-гигантов Алексей Кондратенко. Шматвекторность экспорту – один из приоритетов белорусских машинобудовников, где краины Африки занимают особливое место. Рынок великий, але и конкуренция тут высокая. Зрешты, Минский автозавод ведая, что и кому пропоновать. На черном континенте стабильный попыт на грузовики и автобусы. С початку года туды экспортовано 105 машин. У нас в этом году была первая поставка на Мадагаскар. И уже есть результат. Появился дополнительный запрос от этого же клиента. У нас открыта сборка в Египте, запущено сборочное производство, на котором осуществляется сборка бетоносместительного оборудования и устанавливается на наши шасси. Мы активно развиваем сотрудничество с нашими партнерами из Судана. Так у нас есть в плане создания шоурума белорусской техники, в том числе и продукции МАЗ. Перспективной машиной для экспорта станет и ноу-хау белорусско-китайского предприемства «Зумлеон МАЗ». Это наибуйнейший в Украине автокран грузоподымальностью 60 тонн. Такий гигант сможет перенести по поветры танк або одразу 5 самозвалов. Мосты у нас ремонтируют, да, то есть какие-то дома у нас ремонтируют. Уже грузоподъемность, даже уже нужно больше, чем 60 тонн нашей отрасли. Да, их надо немного, но они должны быть. Здесь мы производим уже локализацию. То есть на МАЗе, на Могилевском МАЗе, Могилев Трансмаш, мы уже начинаем, не просто прикрутили болты, а мы какие-то узлы и агрегаты уже начинаем производить. 25-тонный автокран, он у нас уже имеет локализацию больше 50%. Ноу-хау и пошук новых деловых партнеров. Этот тренд сегодня с особливым настроем развивает и белорусский автозавод БелАЗу 70. Сярод премьер года карьерный самозвал на 290 тонн и беспилотная техника. Актуальные контракты, подписанные с промысловцами из Латинской Америки и Средней Азии. Появляются новые предприятия, новые потребители техники в том же Казахстане. Тот же Шибаркуль премиум, тоже Костанайские минералы. Мы вот недавно грузили машины. Прошлый год мы поставили новую модель на рынок Казахстана. Это 220 тонн. На сегодняшний день мы уже увеличиваем эти объемы. На угол с початку года холдинг БелАЗ экспортовал уже больше за 800 машин у 27 краин свету. Один со стратегичных напрямков России. Россия и краины СНД. Увесь вересень пройдет под знаком белорусских машинобудовников. А пошняя неделя месяца – их профессийное свято. Специалисты этой галины экономики из усёй краины сберутся у жодине 28 и 29 вересня. Нагода, вядома, повиншовать юбиляра БелАЗ. И для этого каждому будет, что подарить и показать. Алексей Кондратенко и Виталь Сялявка, агентство «Теленовин», Минск.